За минувшие выходные и сегодняшний день в краевую больницу имени Вагнера поступили 31 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Рекордное число новых больных поступило в субботу. Это было связано со вспышкой заболевания в терапевтическом отделении, где у 20 больных тест на COVID-19 оказался положительным. Напомним, чуть ранее коронавирусная инфекция была выявлена у одного из пациентов данного отделения. Поступил по экстренным показаниям больной пациент. Ну и, в общем, заразил сотрудников и пациентов. Сегодня мы запускаем третий корпус на Деменево, там порядка 30 коек. Завтра к обеду либо к вечеру мы запустим корпус в Усолье, там еще 25 коек. И у нас еще есть резерв 70 коек, это Александровск и Всеволодовильва. На сегодня из всех заболевших, которые лечатся от коронавируса в Березниках, 28 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. В реанимации находятся 4 человека в тяжелом состоянии. По состоянию на 8 июня лечение от коронавируса в краевой больнице имени Вагнера проходят 62 пациента. Под наблюдением врачей 654 березниковца. В Пермском крае за прошедшие 3 дня выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 2202. За указанный период выздоровели 68 человек, 2 пациента умерли от COVID-19. Что касается общероссийских показателей, то за прошедшие сутки выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за сутки 112 пациентов.